ёптать. Ну чё, сейчас мы её по берегу. Сейчас мы её сделаем. Красавица. Рыганула девятка. Зацепился он с девяткой. Облючок заправочный. Тут фара, тут крыло, тут капот. Нормально, короче, зацепился. Бампер. Делаем. Ну что ж, начнем. Задачи стоят таким порядком. Сначала снять бампер, потом аккуратно отковыривать отсюда крыло, так, чтобы дверь, которая целая, осталась целой, потому что, возможно, я просто дуну ее в переход. Так, крыло не идет. Точнее, не могу его развязать, потому что тут узел завязан. Я тут, мать его, сижу под крылок, откручиваю. Надо брызовик снять. И на кой хер, сука? 7 саморезов, да еще и такой длины, мать его. Люди, вы что, с ума сошли? Брызовики крепить на такое количество. Сука, олени тупоголовые. А под крылки когда крутят по 40 саморезов? Капец. Самое время снимать это рыгало. Где ты там еще, сука, держишься? Ого. Ого-го. Как обычно, песка херва гора. Есть. Повороты. Поворотни. Да вроде целый. Так, смотрим. Снял я бампер, ну тут помято, почему помято. Тут какого хера помято. Значит, уже лупилась она, сука, и не раз. Но это мы делать не будем. Надо вот это чуть-чуть поставить, подвыровнять. Ну и как-то вот этот узел размотать и на место его прикрепить. Ну, раз ты, сука, не хочешь тянуться, будем тебя раскладывать. Так, из-за нехватки инструмента я просто не могу его нормально повернуть и потянуть. Поэтому все равно его рассверлю, чтобы его отрихтовать. Сейчас я сверлю нахрен усилитель. Отрезаю, рихтую отдельно полку, отдельно усилитель. Так, подсверлил, где достаю. Вот тут одну точку достать не могу, потому что излом. Поэтому ее аккуратно отрезаем.
пока что оставляю на прихватке. Нужно смотреть, как по крылу и по фаре будет все сходиться. Так, накидываю крыло. Крыло Made in Taiwan. Сразу видно, что это Taiwan. Не совпадает по углу наклона тут. Тут все хорошо совпадает, как ни странно, даже вот этот кантик. Тут все ровненько, тут все сходится. А тут надо поднимать. Да хрен с ним. Так, там болт у нас не уходил. Тут чуть-чуть уходил, не меряю. И тут смотрю, что полку, вот почему я и поставил на одну прихватку только. Полку надо сюда потянуть и только потом ее прихватить. Потянуть надо миллиметров на 5. Надо. По капоту крыло сходится. Когда поставить зазор, то крылышко ровненько, все хорошо. Ну там поправить надо. Короче, сейчас двигаю полку на себя. Выглядит все примерно так. Натягиваю. Натягиваю так, чтобы старое место покрасочное примерно совпадало с новым. Оно совпадает один в один. И варим. Сейчас снимаю крыло и привариваю. Попало все вообще по старым местам, четко. Тут даже не это, не придерешься, потому что все изгибы попали по своим стыкам. Огонь, огонь, просто замечательно. Ну тут дорихтовывать еще, конечно, надо. Крыло тут совпадает, нижняя полка. Сейчас еще вот эту полку повернуть надо на место, приварить в гнездо. Короче, есть чем позаниматься. Начал тут мерять крылышки, капотики. И не могу поставить фару, потому что мешает изломный усилитель. Оставим так, мать его за нос. Сильно не мешает. Главное, чтобы фара зашла. Один хрен, пенопласта нету. Не знаю, должен был он тут быть или нет, но его уже нет. Навешиваю бампер. Фара стала четенькая. Тут не знаю, как она тут. Все плавает, все играет. Тут, конечно, все дошпаклевывать, но проблема в чем? Есть направляющие, есть отверстие. Я уже все. Дальше, сука, бампер не идет. Дальше его и вести не надо, потому что он по фаре стоит хорошо. А направляющей еще не хватает сантиметр. Посмотрел на другом крыле, а вот это отверстие ближе к краю, как раз на сантиметр. Короче, сейчас придется вот этот штифт нахрен срезать. Не буду я тут никаких направляющих сверлить. Потому что один фиг, здесь, как обычно, добавится все саморезиками. Еще усилится, так сказать. Так, посмотрим. Зазор в огнях. По фаре. Ну, фары там херова гора направляющих, ее по-другому уже не поставить. Нормально. Бампер определились. Нормально. Это я тут пытался ПДРовским методом выдавить. Молотком один хер постучал. Тут нормально. Тут у крыла я его выгнул. Поднял угол. Тут стучал молотком, потом запилил болгаркой. Зазор разный. Снизу больше, сверху чуть-чуть меньше, на 1,5 миллиметра.
принципиально не буду делать, не хочу крыло тайванское. Поэтому вообще можно разрезать болгаркой, сдвинуть, проварить. Не хочу. Так и ставим. Зазор весь красивый, наверх чуть-чуть на сужение идет. Хотя тут еще надо по форме как бы приподнять, тогда там станет чуть шире, но и тут станет шире. В общем, он все равно будет неравномерный. Все, теперь разбираем, рихтуем вот это говно, приварим его на место. Кое-как, сложными путями, прорихтовал я его. Но его сейчас по месту еще надо добивать. Начинаю варить с нижней точки и потихоньку буду обстукивать. Ну все, рыганул тут, тут подрыганул, чуток поблевал, здесь все нормальненько, можно даже в принципе не шпатлевать, ну само собой чуть шпатлену под покрасочку и все. Ну все, на этом рихтовочные работы закончены, всем покедово, далее будет подготовка с покраской.